Товарищи музыканты, сегодня у нас репетиция, посвященная Дню Победы. Как участвуем на парад Победы. Если говорить о участии в параде, там просто мы идем в общей колонии. Хватит! Барьер! Фуз! Мы выступаем в сквере Комсомольский, обязательно выступления у нас идут в 3 часа. Покажем элементы послушания и элементы защитной службы. Внимание участников акции «Бессмертный полк» бесплатно. Распечатать фотографии ваших родственников вы сможете в областной научной библиотеке. На сегодня здесь приняли уже 2600 заказов. Но имейте в виду, на выполнение одного потребуется 3-4 дня. Хотя мы эту акцию объявили только с 4 апреля. Люди идут потоком, утром уже на крыльце стоят. Я обращаюсь к жителям города, те, кто не успел это сделать, и у кого есть в планах в 2018 году пойти на парад и держать в руках портрет, пожалуйста, приходите, мы это сделаем в удобное для вас время.